Вот. Несмотря на закрытие Роксхэм Роуд в 2021 году, 100 тысяч мигрантов пересекли канадскую границу, пытаясь сбежать от администрации Трампа и возможной депортации. Так. По словам Норманда, активную деятельность на границе двух стран ведут и контрабандисты. Ну что ты? Многие официальные пункты пропуска через границу ночью остаются без личного состава, поскольку его просто не хватает. Да ладно мы тебе. Мы вынуждены опираться на помощь сейчас местных жителей, мы все подготовим. Которые иногда сообщают нам о незаконном проходе людей. Ты крутой воин. Кроме того, мы используем беспилотники. Но все, и твое оружие заклинило. Что? Что? Заклинило? Заклинило? Каким ладно, последствиям сейчас мы все исправим. Пока не ясно. Однако, как стало не известно из... Брынь, и все. Алло, ну привет. Что? Побежали, побежали. Побежали, побежали. Да? Ла-ла-ла. Что, серьезно? Солдаты... Так себя не они, ведут. Они, наверное, сбежали. Не обращай внимания. Ладно, разберемся. А детей куда? Хорошо, возьму его тоже. Да, давай, пока. Пойдем собираться, малец. Можно впустить ее? На чуть-чуть? Нет, малыш. Почему? Потому что тогда нам придется заботиться о ней. Ну, по-моему, она хочет есть. Пойдем, там будут все. А на обратном пути купим мороженое. М? Ну все, пойдем, пепперони. Это ты, пепперони. Кто? Ах ты, маленький засранец! Правильно, беги, беги, беги! Ну, иди сюда, зацелую. Ну, все, пойдем. Пап, а мы купим шоколадный сироп? Ну, какое ж мороженое без сиропа, а? Да, теперь куртку. Вот так. Отлично, пойдем. Что тебе нарисовать на лице? Не знаю. Не знаешь? Совсем-совсем? Ну, тогда выберу я. Это будет сюрприз. Хорошо. Класс. Так, повернись. Как дела на бейсболе? Хорошо. Так, хорошо. И что ты делал? Знаешь, берешь вот так вот его. Ничего. Мариан! Аккуратно. Поаккуратнее с ножом. Не волнуйся, я смотрю. Давай, дорогая, посмотри сюда. Сделай свирепое лицо. Спасибо. Чуть-чуть сюда. Стив, выходим. Мокро, да? Угу. Ничего, высохнет быстро. Ага. Вот так. Думаю, тебе понравится. Итак, детки, далеко не убегайте. Хорошо, понятно. Давайте уже играть. Так, Алекс, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, далеко не убегайте. Восемь, девять, десять. Пора, не пора, иду со двора. Мариан, я тебя видел? Мариан! Мариан? Мариан, я тебя вижу! Я тебя вижу! Это нечестно. Вильям прячется вон там.
Все хорошо, не бойся. Тихо. Подожди, подожди! Заборы. Не могли прикрыть. А что, если проверить вон там? Папа! Что такое? Там люди в лесу! Где? Эй! Иди сюда! Хорошо, пожалуйста! Сюда! Пожалуйста! Окей. Туда. Пожалуйста. Стой там! Давай! Живо! На колени! Давай, вставай! Окей, не окей. Двигаться! Хорошо, встаю! Эй, ты как? Ты в порядке? Ты не поранился? Что случилось? А? Он нашел их в лесу. Так. Ты в порядке, парень? А? Все хорошо? Можешь присмотреться? Конечно. Спасибо. Все хорошо. Все хорошо. Давайте, вперед, вперед. Да-да, все хорошо. Садитесь. Давайте. Все будет хорошо. Мы поговорим и все обсудим. А что ты Правда, делаешь? Все должно быть хорошо. Дети, пусть папы делают свою работу. Друг! Прошу, пожалуйста, друг! Друг! Не прошу вас, мы пожалуйста! Сэр, отпустите нас, меня, и вы нас пожалуйста. Больше не увидите! У нас ребенок! Я вас очень прошу, у нас ребенок! Нам холодно! Пожалуйста, сэр! У нас ребенок! Пожалуйста, мистер! Пожалуйста, прошу мистер. Вас! Мистер! Пожалуйста, не трогайте мою семью. Мы никого не тронем, ясно? Посмотри на меня. Это не ваша страна. Вы здесь чужие. Но если вы будете меня слушать, окей. То все будет все хорошо. Все будет хорошо. Окей? Да, окей. Вам не здесь волнуйся. Не рады. Вас прошу здесь вас. Быть не должно. Мы отведем вас к границе. Послушайте, просто отпустите нас, и все будет хорошо. А будет? Будет? Все, о, всем тихо. Тихо, нет, тихо. Нет, положи его. Молчать. Ну, пожалуйста. Позже, дорогая. Нам тут нужно совсем сейчас разобраться. Аккуратнее, пожалуйста. Не нужно делать ей больно. Пожалуйста. Развяжите ей руки. Не нужно ее связывать. Ей больно. Что ты делаешь? Давай, Дэйв, развяжи ее. Да черт возьми, я пытаюсь. У меня нет ножа под рукой. Снимите скорее. Развяжите ее. А от тебя никакого толка. Отойди. Дорогая, не плачь. Не плачь. Сейчас тебе развяжут руки. Пожалуйста. Берем их, ребята. Уходим. Пойдем, малыш. А вот и мой чемпион. Эй! Ну-ка! Эй! Молодец, Алекс. Алекс, ты нашел плохих людей. Вот, держи, это тебе. А? Хочешь? Он немного стесняется. А можно тогда мне его? Конечно, дорогая. Держи. Спасибо. Эй. Парень, ты в порядке? Все хорошо? Все сюда. Сделаем фото для Фейсбука. Идем фотографироваться. Дети сюда. Все сюда. Покажем этим лживым медиа, как выглядят хорошие родители. Тогда тебе лучше выйти из кадра.
встаньте поплотнее. Давай, подвинься. Алекс, посмотри на меня. Посмотри на Сабину. Ну, давай, вот так. Так. Дружина! 3, 2, 1. Дружина! Да! Отлично, ребята, хорошая работа. Молодец, новобранец. Ну все, пора домой, а то сын устал. Вот и мороженое. Я горжусь тобой, Пепперони. Эй, смотри на меня, когда я говорю. Знаю, что ты поступил правильно. Угу. Ешь, пока не растаяло. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевел Юрий Аркалов. Роли дублировали Татьяна Борзова, Елена Лунина, Елена Шеремет, Кирилл Патрино, Олег Абдуназаров, Андрей Бахтин, Роман Андронов, Амалия Полежаева и Михаил Полежаев.